Всем привет! Еще раз с Новым годом поздравляю своих клиентов и зрителей канала «Невроза Мегаполиса». У меня отпуск до 13 января. Сижу, пишу по работе мероприятия. Посмотрел на ваши вопросы, на спрашиваю ВКонтакте, в интернет-почте и в прочих других ресурсах. Увидел огромное количество одинаковых уточнений, одинаковых вопросов, заявок на консультацию. И поскольку я приеду раньше 13-го, да, я приступлю к работе раньше, то давайте приглашаю вас всех 11-12 января. Там будет у нас, значит, 11-12 января. Два времени нужно будет вам выбрать, либо с 12 Москвы, либо с 15. Два часа мы с вами поговорим, я сделаю группу по 8-10 человек, и в течение двух часов непосредственно с каждым буду говорить и отвечать лично на ваши вопросы, наверняка они будут повторяться. Поговорим про упражнения, про техники, про какие-то уточняющие вопросы, так что собирайтесь в маленькие такие группки, ну я вас сам соберу в эти маленькие группки, и поговорим 11-12. Значит, что для этого нужно? Для этого нужно написать мне в социальной сети, ВКонтакте меня найти, если вас там нету, или если я там есть, то написать туда, что я бы хотела выбрать группу. Вам нужно выбрать группу 1, 2, 3 или 4. Группа 1, 2 – это 11 января, группа 3, 4 – это 12 января. Либо в 12 Москвы, либо в 15 Москвы. Это не веб-зал, это отдельная будет группа, она похожа, отдельная программа, она похожа на Skype, только не Skype. Значит, если вы не хотите, вас видеть я не буду. Можете без камеры, но микрофон у вас должен быть, и желательно наушники, чтобы вас там никто не слышал, чтобы я смог с вами поговорить, вы смогли задать вопрос, я с вами вам мог ответить. Если вас будет видно, замечательно, если не будет видно, ничего страшного. Вот, какая цель преследуется? Цель очень простая, что много людей, которые не могут пробиться ко мне на консультации, не могут задать свои вопросы, я бы хотел непосредственно им ответить лично вам на те вопросы, на которые вы не можете получить ответ, такой там долгожданный, да? Вот, так что приходите, пишите ВКонтакте, пишите, лучше ВКонтакте, конечно, писать. На электронную почту не надо, потому что там такое количество писем. В новом году, вот в этом, я сделаю более лучший способ коммуникации со мной. Вот, так что те, кто хотят прийти именно непосредственно на эту консультацию 11-12 января, пишите именно ВКонтакте. Красиков Алексей, найдете меня очень просто. Я там какой-то там, пятый или шестой, если просто набрать Красиков Алексей ВКонтакте. Наберите Красиков Алексей в Ютьюбе, в этом, в Яндексе, и вы меня найдете в социальной сети. Добавляйтесь там, друзья или не добавляйтесь, просто напишите сообщение, и я в группу, я вас с вами свяжусь, и вам все инструкции вышли. По оплате стоит это 850 рублей. Это в несколько раз дешевле разовой консультации любого психолога-консультанта, психотерапевта, который живет и работает в Москве. За 850 рублей вы не проконсультируетесь ни дистанционно, ни очно. Соответственно, цены я стараюсь выдерживать доступные для регионов и других стран Советского Союза бывшего. Поясню еще некоторый момент. Я все-таки живу и работаю в Москве, учусь, повышаю квалификацию в Москве и существую все-таки в рамках этого мегаполиса. Вот, соответственно, в рамках этого мегаполиса я трачу большое количество денежных ресурсов именно на инфраструктуру этого города, да? Поэтому я не могу поднимать и опускать цены выше и ниже определенного там, уровня. Выше доступности я не могу поднимать, и ниже определенной планки тоже не могу поднимать, потому что, ну, для примера, я вот, считаю, что я потратил на свое образование почти 300 тысяч, там, плюс-минус. Да, то есть даже дело не в окупаемости, а дело в том, что все это требует очень больших вложений и коммуникации, и интеграции, больше мы тратим на повышение квалификации, на саму жизнь. И, понимаете, наша профессия, да, мы тратим даже не столько собственное здоровье, сколько душевные силы, работая с не самым простым, что есть в людях, с их проблемами, с их психикой, с их травмами. И, поверьте, это очень сильно изнашивает нас. То есть любому практикующему психологу, психотерапевту спроси,
По поводу износа, да, профессионального, по поводу вреда, и он вам очень много про это может рассказать, поэтому та стоимость, которая берется за консультацию, она, как правило, оправдывается тем, что это очень сильно изнашивает организм психотерапевта. Безусловно, я не оправдываю там какие-то заоблачные суммы, но поверьте мне, если человек ставит там 5-7 тысяч за консультацию, то это его право. И право людей платить за эти деньги или не платить. Есть разные категории граждан, которые готовы платить и 5 тысяч, и 10 тысяч. Я знаю таких психотерапевтов, которые работают только с такой категорией граждан. Поэтому у меня немножко политика другая. Я стараюсь, помимо самого процесса, заниматься больше популяризацией психотерапии и образованием населения. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы люди понимали, что такое психотерапия, что такое неврозы, что такое развитие собственной личности, работа над собой. Только тогда мы сможем развивать нашу нацию, нашу страну дальше. Без этого никак. Да, у нас есть огромный провал в области подготовки специалистов, но развивая популяризацию через клиентов, мы также развиваем популяризацию в обучении в этой профессии. Вот. Так что 11-12 января, еще раз вас приглашаю, запись предварительная, в группе не больше 8, максимум 10 человек, включая меня, поэтому 2 часа мне хватит, поверьте, это стандартный формат групповой работы, тем более не будет лекции сухой, а будут исключительно ответы на ваш вопрос, допустим, номер один, ваш вопрос, а как работать с панической атакой, я отвечаю быстренько, да, работать с панической атакой нужно так, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан, основные истории про паническую атаку, есть у кого-нибудь вопросы? У меня есть уточняющий вопрос. Собираем уточняющий вопрос про паническую атаку. Идем дальше. Агорафобия. Агорафобия. Что вас интересует? Навязчивые мысли. И все. И мы 2 часа по вашим жалобам пробежались. Там кто-то... А может ли быть у меня внутренний конфликт из-за того? Там, а если меня мама ударила в детстве по попе? И мы начинаем это обсуждать. То есть сначала начнем с симптоматики. Кого, как, что. А затем продолжим какими-то более глубинными историями. Вопрос сразу уже задают, можно ли быть и в 11-го, и в 12-го? Можно. Можно прийти и 11-го, и 12-го. Поэтому имейте в виду, что место ограничено. Я не смогу сделать это так, как вебинар, там, 170 человек, чтобы у вас пришло, да? Поскольку придется пообщаться с каждым, соответственно, 8-10 человек максимум, тем более, если вы будете оплачивать, допустим, 11-е, 12-е сразу, то, соответственно, уже 2 места вылетает. Имейте это в виду. Вот. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Увидимся мы вот в январе. Ну и дальше буду снимать видео, рассказывать, что как дальше. Я скоро уеду в Санкт-Петербург, сделаю оттуда пару роликов. Вообще, 2014 год ожидает меня большим количеством инноваций, нововведений. И вас тоже, собственно говоря. Мы продолжим популяризировать психотерапию. Я нашел очень хорошего профессора, который мне в этом, я надеюсь, поможет, и не одного даже, да, поэтому об этом все узнаете немножко попозже. Давайте остановимся сейчас, в начале года, на том, что те, кто хотел позаниматься, те, кто хотел ответить, спросить что-то, задать вопрос, у вас есть такая возможность 11-12 января. Пишите, записывайтесь. Увидимся. Ваш Алексей Красиков, «Неврозы мегаполиса». До встречи. Пока.